все на этом, так. Теперь огурцов. Значит, если дело в том, что оказывается технические возможности ограничились мои, виноват интернет на Саяногорске. Я не могу открыть эту самую ссылку, там огурцов, а огурцов это один из моих давнишних знакомых, друзей, соратников. У него плодоносят много чего моего, вот, но он совершенно самостоятельная личность, это Кемеровская область, там климат даже пожестче, умница, это просто удивительно, он самородок, это не мой ученик, он самородок, вот, но общение со мной дало возможность ему кое-что разжиться у меня, уже хорошо. И вот главное, что он сделал, у него вот тут вот, метр на метр, так грубо, на метр, ящик деревянный, и все. А в ящике, и это же метр, это высота снега, в ящике сухо зимой, и совершенно чистый штамп. И он на фоне взрослого, цветущего делал эту съемку. Откроете, посмотрите, это вам на огромную пользу принесет. Я вам это обещаю, польза будет огромная. От того, что вы увидите огурцово. Мне прислали ссылку и сказали, ваше отношение замечательно. Вот, в восторге, умница. Так, глядя на ваши успехи, сжимается душа, отчаянно сжимается Калуга. Услышав Бога в свое время, открыл вам глаза, указал на живую природу. Вы стали осознавать, что такое дерево, как с ним нужно обращаться. Так, у меня действительно есть какие-то особенности свои. Вот, у меня есть связь с потусторонним миром, прямая, я не шучу. Но, чтобы мне не звонили в психушку, эту тему я оставляю. Смотрите, в определенный момент за одну зиму все съели лоси и зайцы. Ну, обидно, да? Вот, обидно. Ну, я не знаю, вы помните это самое, того же Барбоса из мультфильма? У меня бы не, это самое, не лежали бы. Так вот, чтобы лоси, это до какой степени надо, чтобы мужики исчезли, буквально, вот в этом районе, где живет Вячеслав Агапов, чтобы не перестрелять этих лосей и не сделать из них шашлыки. А зайцы – это самые тупые вещи на свете. У меня зайцы, я был вынужден как, я только посадил сад, и он был съеден зайцами. Вот. Забор не помогал, потому что сперва лезли двуногие сволочи, чтобы что-нибудь украсть. А они ломали эту, там, допустим, доску забора и оставляли. За ними шли зайцы. Прямо по этому же, по снегу по этому. Вот. А я охотник старый. Я их за одну ночь переловил петлями. Правда, я их и не видел, их тут же украли. Эти же самые алкоголики, которые лазили украсть что-нибудь. Этих зайцев поснимали вместе с петлями. Ну, зайцев я избавился. У меня выбора не было. Я гуманист. Я не знаю, что бы сейчас бы делал. Тем более ребенок, который говорил, нельзя это. Давай не будем ловить рыбу, потому что ей больно. Представляете? А вот на всю жизнь останется таким вот, что он будет без помощи, ребенок, беззащитный. Самое главное, именно вот без помощи. Я его научу зайцев ловить на случай голода. Обязательно научу. Только ловить мы их не будем, как увидят задушенного зайца. Я представляю, что с ребенком будет. Но научить научу. Будет трудно пригодиться навык. Я ему все научу. И сети вязать, и петли ставить, и все. И вот, значит, с зайцами просто. Они тупые, они это, полезут. Но когда много снега, они тропу делают и бегают только по ней от лени. Ни вправо, ни влево. Ну, чтобы лосей не перестрелять, я просто поражаюсь. Это... Вот. А вот это вот фотография, которую мне прислала много Татьяна Санна, она рассказывала. Прям снималась через окно. Заяц обнаглел. Вот. А что я скажу? Она женщина, одна жила, как отшельница. Ну что я скажу? Он жрет ее яблони. Штамп делает. Ну а мужику-то стыдно, что надо как-то с ними разобраться. На острове, когда еще сад был цел, зайцы тоже залазили, тоже грызли. Я и там переловил. Собак-то кормить все равно надо чем-то. А чем зачатина хуже, чем это?
чем мясо, которое надо покупать, а тут бесплатное бегает. Извините за это, но вы же написали, что сад уничтожен, а я как мог ответил. Так, ну, когда вот мне пишут, участок неудачный, воды нет, летом пересыхало, по холоду первые туманы, морозы, все начинали с моего участка, пришлось отказаться от земли. А я на острове вырастил сад, вы видели много фотографий уже с того сада. Пусть его сожгли, специально сожгли, но опыт остался, и я делюсь этим опытом, да. Ну, вы взяли, описали сейчас мой этот участок. Холод, туманы, морозы, чего там только не было. Летом на острове, а засуха дичайшая. До воды 6 метров глубина. Вот. Потом отдельно расскажу, как я спасался. Ну, если в двух словах. Рубероиды, куски. Метр на метр, а в середине дырка под саженец. Прорезь до середины, дырка под саженец. Все. И без единого полива вырастил сад. Видите, как просто, если это... Да, есть проблемы. Под ними сразу мыши заводятся. Вот, потерял. Ну, сколько потерял? За все годы, ну, полсотни саженцев потерял. Ну, а садил-то тысячу... Только яблонь 1650. Только яблонь. Вот, так что... Участок неудачный, а описали мой участок. Зато какие яблони я вырастил. Вот им-то как раз все по барабану. Они не боятся переувлажнения, они не боятся пересыхания. Если это прививки, о которых я говорю, на сеянцевые подвои, сеянцевые. Может даже, если вы где-то живете, я сейчас сходу не вспомню, где-то у вас более теплые места. Пусть это будет подвой Антоновки, она сверхморозостойкая. Пусть будет это подвой, самый морозостойкий, это северный сенап, это самый пипин шафранный, это ренец семеренко, это полукультурные, полукультурки мы их называем. Мы их уже названия все позабыли, а они еще есть у нас. Уж, конечно, это ранетки, но чтобы они были семечка, вот это самое главное. И тогда повоевали год, два, три. Да, летом все пересыхало, ну, доставали в это самое. У нас же Россия, вон с Енисея до сих пор воду возят, чтобы чай пить на центральную улицу, у них до сих пор нет колодцев. Вот впрягается в эту самую флягу, ну, знаете, стандартную флягу, которая вот молоко возят с этих самых, с доек. Вот такую флягу впрягается и 300-400 метров тащит вверх от речки. И что ты думаешь, только пить и полить. Но если все по уму, если отказаться. А на рынке у нас вот эти вот самые корни-то искусственные, а они-то, их же поливать надо в 10 раз чаще, потому что у них нет центрального корня. Вот. Получается, не все так плохо, не все. Ну, полностью прочитать, вы сами прочитаете, тут, ну, не могу я, физически невозможно читать все письма и все до запятой. Так, вы в ваших фильмах учили, что залог успеха – это дикий подвой, привой, укорененный привой на месте. Ну, видимо, это подвой, видимо. Укорененный на месте, так. Плюс привой черенка культурного. Ага, это получается раньше. А сейчас вы говорите, что косточки дикого подвоя плюс косточки культурных деревьев. А потом огромное множество видоизмененных вариантов, которые зависят от папы и мамы. Это в связи с чем связано? Ну, во-первых, вот здесь слово, это не он, это я виноват. Дикий привой, это была обыкновенная опечатка, кто-то мне помог, первые самые каталоги. И прицепляется до сих пор до меня, что дикий привой. Привой, он уже подразумевается культурный. Ну, бывает, отсюда... И получается, я его запутал, и теперь попробую выползти отсюда. А вот огромное множество видоизмененных вариантов, вот, тут уж ничего не делаешь. Смотрите, первое, я всегда говорю, что телегония существует. Хотя это слово считается неприличным, так же, как слово проституция, беспорядочные половые связи, так и телегония. То есть... изменения на генном уровне при опылении, я сейчас не про людей, про деревья, при опылении без зачатия.
Ну, кто-то смеется, а кто-то уже нашелся, да, кто-то однажды даже прислал ссылку, и, оказывается, не только я так думаю. Но есть такой еще человек на планете. Вот, ладно. Значит, приятно быть не одному. Значит, уже непонятно, что потом из семечка, которое на другой год, оно будет уже законно, то есть уже не просто опылиться и вырастет плод, а у него семечко, что будет? Не знаем, раз. Далее, по Мичурину, когда он в этих делах, извините, я уверен, что просто запутался, это самое, помните, папа блондин, мама брюнетка, а сын рыжий, и надо бегать по соседям, нет ли рыжего соседа у нас, этажом ниже. Понимаете? Вот. То есть, и что оставалось сказать Мичурину? Что есть деды и прадеды. Так? Тогда я вспоминаю... Ой, я боюсь, сейчас отключите компьютеры. Тогда я вспоминаю Менделя с его жесткими закономерностями. Вот. Этих больше, значит, это самое доминантное был, а это меньше, это значит было это самое депрессивное семя. Вот, поэтому их меньше, да еще в строгой закономерности, а через год еще меньше, там включается геометрическая или арифметическая прогрессия, вот. Но ведь это же никто не отменял, другое дело, она не всегда выдерживается так жестко, но опять же, я боюсь глубже копать. Самое интересное, это дальше. Есть просто несколько этих самых соседей. Кто опылил, не знаем. Кто из нас может обеспечить стерильные условия? Попробуйте вы огромное дерево, окутайте этим самым, как он называется, это самое, обычно используют в качестве презервативов эти, огромное полотно из этого, марли, обыкновенная марли, вот, чтобы пчелы не проникли. Вот. Не, в нормальном саду, попробуй, что я могу сделать, у меня все рядом растет, дикие, культурные, полукультурные. Дикая груша, дичи не бывает, и тут же рядом роскошнейшая груша. Да еще размер плода до 500 грамм. Да еще сладчайшая. И все рядом. И это, и наконец, еще и прививка. Это такое насильственное воспитание, страшное. Это так перекореживает. Вот. А Сергей Железов что сказал? Взял, отбарабанил, то, что я утверждал ровно 10 лет назад. Прививка для сохранения чистоты сорта. Ага, сейчас. Куда я вас завел, ребята? Вот. И получается, что вы же меня насмотрелись, начитали, что получается. И пишите. Потом огромное множество видоизмененных вариантов, которые зависят от папы, от мамы, это с чем связано. Я уже сказал, с чем. Беспорядочная половая связь. И насильственное, вы же упомянули по двое привой, плюс насильственное сращивание. Двух совершенно разных фенотипов, абсолютно. Даже нет, не фенотипов, генотипов разных. Потому что сравнить дикую яблоню с культурной, с полукилограммовыми плодами, это, извините, это уже генотипы. И вот что получается, друзья. Вот это вас где-то может растерять. Есть люди, которым ну надо знать. Вот. Я еще раз скажу, потому что я вынужден. Вот я упоминал, вот Александр Алексеевич Ребрик, вот он сейчас сидит, надеюсь, и слушает, или потом записи послушает. Он подтвердит, когда я какой-то из 6 дней рассказал, что вы понимаете, что глубже закопаешь семя, оно, а стандартным считается 5-6 сантиметров, вспомните Крамаренко, еще сотню авторов, вот, то оно там прекрасно отлежится. Мышь, возможно, не дотянется, может, она не умеет землю рыть, вот, мы не знаем этого, вот, катаклизмы переживет, пока она там выползет, уже лишние дни пройдет пару лишних катаклизмов, вот, и все прекрасно, а потом через год 2-3, если абрикос через год 2-3, если яблоня, может, через 10-20, груша через 5-7, помните, отсыхают ветки, я не знаю почему. Семечко было глубоко записано, она не знает почему. Ей сотня авторов в сотнях публикациях пишут для такого бедолаги. Опрыскивайте. И дальше длинный перечень, что купить. Вот. А семечко было закопано. А я пишу. Символическая закопка, 0,5 сантиметра. Лишь бы только его не видно было, потому что он вас мышь уже точно съест. Это же для них лучше лакомство, как для нас это самое.
самое, мороженое. Вот. И вот когда я это все рассказал, две крайности, тут риск больше, зато саженец живет 50-70 лет. Вот. Примеры же, вот абрикосы Добродского, фотографии с тайги. Даже и вы не сомневались, когда я говорил, что им по 100 лет. Верили на слово, такие они огромные. Так, и встает дама, вот есть такой тип, и говорит: ничего не знаю, вы мне скажите, на какую глубину садить. Я конспектирую. Вспомните, Александр Алексеевич, такой момент. Я растерялся и начал опять по новой говорить. Да поймите вы, что если садить на глубину 5 сантиметров, ну, короче, нашелся единственный человек со всего, который так ушел недоволен. Почему? Потому что ему надо было знать, так и тут. С чем связано огромное множество видоизмененных вариантов? С чем связано, сказал, предугадать невозможно. Представляете, минут 10 я вам рассказывал то, чем можно было. А попробуйте в двух словах. А? Помните анекдот? Три варианта ответа. Да, второй вариант нет, а третий пошел нафиг. Вот. Лучше меня посылайте нафиг, но я вам не скажу, что вырастет из этих кочек. Помните, я вам холодильник открытый фотографировал. Так. Не время говорит о черенках, а время привык уже должно закончиться. Но весна наступает, руки чешутся. Если у вас привиты однолетки, культурные сорта. Вот давайте так. Жердель, да? Это Украина. Это огромный урожай. Это, они там чисто сладкие, а у меня на манжурце получились слегка кисловатые. Но опять же выиграли. Прошу простить. Извините, я провожу вебинар. Не могу сейчас говорить. На всякий случай телефон не отключаю. Мало ли. Так вот. Значит, его можно, она у Сергея, да, манжурец, взять. Какой он? Косточки посадил, Сергей взяты прямо, и это для нас прерогатива. То есть, если я косточки продавал, помните последний мой этот каталог, да, сейчас можете увидеть. Что там написано? Там есть эти самые, допустим, сыновья манжурца, а манжурца нет. Почему? Сергею достались, так? Вот, не каждый год бывает большой урожай, допустим. А они-то у Ваулина, у ученого, настоящего ученого, у директора института, они оказались, все дали вкусные плоды. Можно считать их дикарями? Или культурные? Вот и получается, вы мне вопрос типа задаете. Например, есть привитые однолетки культурные сорта? Отвечаю, есть, если манжурца считать культурным. У Ваулина все сладкие, это его слова. Я же просил у него разрешение, подтверждать-то можно? Вот. А эти жердели. Вот я единственный жердель нашел место, выращу. Какие они будут? Но на Украине их сотни лет никто не прививал. Почему они должны быть вдруг у меня невкусными? Вот. Давайте вспоминать опять. Кто опылил? Рядом кто? Самый ближний к нему, этот с огромными плодами, академик. А если он эту жердель привил? А если человек, который этот саженец жердели у Сергея купит одну или двухлетку, у него еще двухлетки теперь есть уже, в том году тоже ни хрена не брали. Вот. А если через пару лет, а я же эту выбрал, правда, самый мощный саженец, а он уже был с цветочными почками, а если через пару лет у вас заплодоносит, а кто сказал, что они будут 20-граммовые и с кислинкой, когда у него папа, допустим, этот самый академик? Вы представляете? Я не знаю. Но в этом-то и вся ценность наша, что ждать чуда. Представляете, вам бы рассказали, как фокусник достает это самое кролика из шляпы. Все, неинтересно. А так смотрим, удивляемся. Так, ну что еще тут сказать? Про прививки. Я уже сказал, последнее, вот сейчас закончил этот коротенький списочек. Все. Вот так. Вячеслав Агапов.